Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и в этом видео я хочу показать, как я делаю маникюр в домашних условиях с интересным дизайном металлической втиркой. Я заказала для себя все необходимое, чтобы делать маникюр в домашних условиях. Честно сказать, я очень устала тратить время на салоны красоты. Во-первых, это дорога, во-вторых, я каждый раз нервничаю, когда мастер мне делает, потому что я думаю, что я намного лучше, намного аккуратнее могу себе сделать. Так и получается. Вот честно сказать, девчонки, это мой третий раз, но я очень довольна и я жалею лишь о том, что раньше не начала это делать. Вначале, конечно, очень сложно, но если вы потренируетесь, успокоитесь, то вам это будет приносить, наоборот, удовольствие, потому что для меня это как медитация, расслабление. Перед тем, как снимать это видео, у меня был старый гель-лак на ногтях, который я сняла, но оставила на одном пальце, чтобы показать, как я снимаю гель-лак. Я разрезаю обычный спонжик на 4 части и четвертую часть промакиваю специальной жидкостью. Это жидкость для снятия геля, акрила с ногтей. Я промакиваю четвертинку спонжика, накладываю на ноготок и заворачиваю в фольгу. Сижу примерно с этой жидкостью минут 5, затем снимаю и пытаюсь снять специальной лопаткой, очень аккуратно, чтобы не повредить свой собственный ноготь, потому что если вы повредите, будет очень плохо, хуже для вас, поэтому старайтесь вообще ногти не повреждать. И если трудно убирается гель, значит снова заверните в фольгу. И еще немножечко посидите, может быть, минут 5. Гель вообще должен без проблем сходить с ногтя после этой жидкости, если вы достаточно времени сидите с ним. Если есть небольшие остатки, то можете немножечко их спилить сверху. Затем я придаю форму при помощи пилочки ногтю. У меня обычно мягкий квадрат. Насчет маникюра. Я делаю иногда обрезной маникюр в домашних условиях, но это бывает крайне редко. В основном я просто подпиливаю загрубевшую кутикулу, потому что она у меня не проблемная, так как я пользуюсь очень часто маслом для кутикулы, ухаживаю как-то за ногтями, промываю руки. Я вытираю салфеткой их и обрабатываю кутикулу обычным маслом для ногтей, который, по-моему, продается во всех магазинах. Очень удобно носить с собой. Затем я наношу скраб на руки. Это мой любимый скраб. У него классный аромат и он очень хорошо очищает руки, увлажняет их после всего этого. После того, как я их проскрабирую, я смываю это средство водой и мылом обязательно. Затем отодвигаю кутикулу аккуратно при помощи лопатки. Очень аккуратно снимаю блеск с поверхности натуральных ногтей легкими движениями с помощью блока для шлифов. У меня есть специальный обезжириватель для поверхности ногтей. Наношу его на спонж и протираю каждый ноготь, каждую ногтевую поверхность, тем самым удаляя остатки пыли и блеска. Теперь при помощи кисточки аккуратно, не касаясь кутикулы, наношу на поверхность ногтей бондер. Эта жидкость необходима для скрепления гель-лакового покрытия с поверхностью натурального ногтя. Только при использовании этого средства гель-лак носится 2-3 недели. Далее с помощью кисточки аккуратно, не касаясь кутикулы, наношу тонким слоем базовое покрытие равномерно на всю поверхность ногтя. Пальцы необходимо покрывать поочередно. Если вы новичок в этом деле и если вы работаете очень медленно, советую сушить сразу по одному ногтю в УФ-лампе. Не красить все и не сушить одновременно все ногти. И помещаю их в УФ-лампу на одну минуту. Затем наношу отдельно на большой ноготь и снова помещаю их в УФ-лампу на одну минуту. После того, как вы нанесете базу на ногти, наносите цветной гель-лак. По дизайну у меня черный оттенок, очень насыщенный и красивый. Наношу его по одному ногтю, потому что очень боюсь, стараюсь аккуратно все это сделать, чтобы лак не затек. И наношу его очень аккуратно. Затем наношу сразу второй слой и пытаюсь быстренько нанести один слой на второй палец, тоже посушить одну минуту. На второй палец второй слой, третий палец опять один слой. Снова помещаю это все в лампу. Если вы медленно работаете, то лучше работайте с одним ногтем, по одному ногтю красьте и сушите. По дизайну у меня белый лак, очень тоже красивый. Наношу его на безымянный палец.
два слоя тоже поочередно просушивая. Затем в самом конце я работаю с большим пальцем, тоже наношу лак в два слоя, поочередно просушивая. Тонким слоем наношу топ-базу, при этом аккуратно запечатываю края ногтя. Я наношу базу для того, чтобы прикрепить к ней стразики. Но предупреждаю, что стразики могут отвалиться. После того, как они отвалятся, будет очень некрасиво. У меня они продержались неделю. Это так эксперимент. Если вы знаете, как их приклеить очень прочно, тогда да, клейте. И теперь самое интересное – это втирка. Втирка лучше всего смотрится на черном покрытии, поэтому я на черный лак наношу базу, сушу ее максимум 10 секунд, для того просто, чтобы она немного схватилась. Как вы видите, втирка сама выглядит как пудра. Я думала, что это блестки, а это на самом деле как пудра, напоминает очень тени рассыпчатые для век. И при помощи пальца, да хоть чего, экспериментировать можно, наверное, совсем. Я втираю аккуратненько, не бойтесь, если попадет куда-то в трещинки, потом это все можно прочистить при помощи кисточки. И затем я беру салфетку сухую обычную и втираю прям окончательно, полирую, так сказать, ноготь. После того, как вы сделаете втирку, нанесите базу снова на покрытие, и я на стразы сверху базу нанесла. И закрепляю конечный результат сушки при помощи лампы примерно 2 минуты. Я при помощи обезжиривателя снимаю липкий слой. Он образуется всегда после покрытия. Вот снимаю липкий слой со всех ногтей. Снова смазываю кутикулу маслом. Увлажняю кутикулу. Теперь обрабатываю руки любимым кремом для рук. И вуаля! Можно протереть после того, как вы нанесли крем ноготки снова обезжиривателем, чтобы снять крем с ноготков. Очень мне понравился результат. Втирка тоже смотрится необычно. Всем спасибо за просмотр. Если вам нравится такого рода видео, обязательно ставьте лайки. Я тогда буду снимать видео про маникюр, про педикюр. Всем спасибо. Пока-пока.